Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк. И в этом видео мы с вами подводим итоги долгожданного розыгрыша, долгожданных наших итогов конкурсов, которые мы проводили в сентябре. Это, как обычно, напомню для тех, кто не в курсе, это, как обычно, два лучших комментатора. И в этом месяце, в сентябре, 10 победителей, которые участвовали в конкурсе в честь 100 тысяч подписчиков. Ну что же, у меня сейчас просто хорошее настроение, у нас на улице обалденная погода сейчас в Саратове, сейчас я сниму это видео и пойду гулять. Ну что ж, приступим. Ну что ж, друзья, давайте сначала мы разберемся с нашими комментаторами. Итак, место номер 2. И комментарий, который мне понравился, был от пользователя, от матроса под ником Котяра. Котяра и его коммент к моему недавнему видео с очень простым трюком. Итак, что же получает Котяра? Такой ник прикольный. А Котяра получает по сложившейся благороднейшей традиции колоду Bicycle Standard. Обалденные карты никогда не помешают. Итак, место номер 1. И это матрос под ником Николай М. Николай М. и его коммент к видео с фальшивой тасовкой. Итак, что же получает Николай М? Николай из сундука моряка получает, блин, вот просто клевую колоду. Вот просто клевую колоду Animal Kingdom. Уважаемый Николай, эта колода была вскрыта, но вскрыта она была всего лишь один раз, только для того, чтобы снять на нее обзор. Колода в идеальном состоянии, так что не переживайте и получайте ваш выигрыш. Ну что же, теперь давайте разберемся с 10 победителями, которые участвовали в конкурсе в честь 100 тысяч подписчиков. И мы сейчас будем подводить итоги нашего конкурса, а именно конкурса в честь 100 тысяч лихих матросов на судне. Ну что же, давайте проверим, кто стал победителями, кто у нас эти 10 счастливчиков. Итак, первым делом я, конечно, открою вкладку «Участники», для того, чтобы проверять, состоит ли наш победитель в группе. Напоминаю, это одно из условий участия в данном конкурсе, то есть вступить в нашу группу, либо состоять в ней. Итак, значит, вот сам пост этот с конкурсом. Мы его копируем, вставляем в приложение и ждем загрузки наших участников. Та-дам! 1626 человек участвуют в нашем конкурсе. Ну что ж, желаю удачи! И пусть повезет те, кому судьба наиболее благоволит. Ну что же, первым делом мы разыграем колоду Bicycle Standard. Bicycle Standard в красном цвете, легендарные карты, самая популярная колода в мире. Итак, Bicycle Standard достается у нас Вадим Абашев, или Абашев, если неправильно произнес фамилию, дико извиняюсь. Итак, проверим, состоит ли Вадим в нашей группе. Да, Вадим Абашев, или Абашев, из города Оренбург. И Вадим, значит, получает у нас Bicycle Standard красный цвет. Вадим, я вас поздравляю. А мы продолжаем наш розыгрыш. Итак, следующая колода, которую я хочу разыграть, будет колода Таллихо красный цвет. Это у нас Фэнбэк. Итак, Таллихо красный цвет, Фэнбэк. И кому же она достанется? Па-пам! Юра Демитчик. Юра Демитчик. Проверим, состоит ли Юра у нас в группе. Да, Юрий состоит в группе. Юра, я вас поздравляю. Вы обладатель Таллихо красного цвета Фэнбэк. Едем дальше.
Так, следующая колода, которую я разыграю, это будет колода «Авиатор» синий цвет. Итак, кому же отправится «Авиатор»? Та-дам! Александр Шиханов. Проверим, состоит ли Александр в нашем, на нашем судне. Да, мытище, Россия. Александр, я вас поздравляю. Колода «Авиатор» синий цвет прямиком в мытище вылетает. Итак, едем дальше. Следующая колода у нас будет колода «Талихо» синий цвет «Circleback». Итак, кому же достанется данная колода? Та-дам! Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич, посмотрим. Дмитрий состоит в нашей группе. Ах, увы, Дмитрий, не состоит. Не состоит Дмитрий, значит, следующий кандидат у нас... Дмитрий Нагин. Дмитрий Нагин, проверим, состоит ли он в группе. Да, вот он, Дмитрий Нагин, город Волгоград. И колода «Талихо» «Circleback» достается Дмитрию Нагину. Итак, следующая колода – это колода «Фениксы». Зеленые «Фениксы» – обалденнейшие карты, вот кому-то сейчас нереально повезет. Итак, кто же данный счастливчик? Это матрос... Ого! Так, Максим Шишенков. Максим Шишенков. Проверим, состоит ли он в группе. Да, Максим Шишенков из клевого города Нижний Новгород. Доводилось мне там бывать. Это действительно офигительный город. И колода «Феникса зеленый» поедет прямиком туда. Максим, мои поздравления. Итак, следующая колода, которую я разыграю, это колода «Bicycle Guardians». Обалденнейшие карты, я думаю, никто не будет спорить, особенно с тех, кто ими пользовался. Итак, «Байки Guardians» достаются Влад Зусько. Посмотрим, состоит ли Влад в нашей группе. Да, Влад состоит. И колода «Bicycle Guardians» достается Владу. Следующая не менее классная колода, это у нас будут «Байсиклы Архангела». Ох, неохота отдавать. Ну да ладно. Итак, следующий победитель – это Леонард Супримов. Леонард Супримов. Состоит ли он в нашем судне? Да. Комптон, Соединенные Штаты Америки. Ну что ж, значит, в Соединенные Штаты байсиклы и поедут. Итак, следующий наш участник получит колоду Эрндайнзе, СВ Эрндайнзе. И кто же это будет? Карен Харутунян. Если неправильно фамилию прочитал, дико извиняюсь. Итак... Карен Харутунян состоит в нашей группе, значит, обалденнейшие карты Эрдайдзе достаются Карену. И остается две колоды. Сейчас мы будем разыгрывать колоду «Черные короли Мэдисона», «Black Kings» Даниэля Мэдисона. Так, кто же их получит? Коля Слыщенко. Коля Слыщенко, счастливчик, получает «Черных королей». Состоит в группе. Да. Коля Слыщенко получает «Black Kings» от Дэниэля Мэдисона. И последняя колода карт, которая называется «Killer Bees». И кому она достанется? Давайте кликнем и узнаем последнего победителя. Не понял. Давид Деревцов. А, вот. Давид Деревцов. Проверим. Да, Давид Деревцов, Одесса, Украина. Итак, Давид, колода Killer Bee ваша, и вы ее получаете.
Ну что же, друзья, вот и подошел к концу наш розыгрыш колод. Мне лично понравилось, как все происходило, так что мы теперь такие розыгрыши будем устраивать на постоянной основе. Единственное, что колод, конечно, будет не 10, а поменьше. Но каждый месяц такие конкурсы мы теперь будем проводить. Следите за новостями на канале, следите за новостями в нашей группе. Ну что ж, давайте чествовать победителей, они это заслужили. Так, давайте, значит, мы вот это дело сейчас все подвинем вот так в стороночку. Дабы нам чествовать наших победителей, с которыми вы уже познакомились. Итак, напоминаю, место номер 10 это колода Bicycle Standard и победитель Вадим Абашев, город Оренбург, Россия. Место номер 9 это карты Талихо и победитель Юра Демитчик. Талихо, красный цвет, и Юра Демитчик победитель. Далее, место номер 8, колода Авиатор, синий цвет, и это Александр Шиханов, город Мытищи, Россия. Едем дальше. Место номер 7, Талихо, синий цвет, и это Дмитрий Нагин, мой сосед по Поволжью, и город-герой Волгоград, Россия. Продолжаем. Следующая колода это карты Зеленые Фениксы и наш победитель Максим Шишенков, красавец Нижний Новгород. Отправляются карты именно туда. И место номер 5. Не менее известный среди кардистов карты Bicycle Guardians, и это Влад Зусько. Именно он в нелегкой борьбе вырвал эти карты. Далее, место номер 4 и известнейшая колода Bicycle Archangels достаются Леонард Супримов, город Комптон, Соединенные Штаты Америки. Далекая для нас страна. Далее, место номер 3, это колода, созданная по мотивам легендарной книги «Эксперт за карточным столом» СВЕ Эрндайнзе. И Карен Харутунян становится победителем. Именно он их и получает. Место номер 2 и обалденнейшие карты Black Kings от Дэниэля Мэдисона. И побеждает у нас Коля Слыщенко, город Мирноград, Украина. И место номер 1, как мы уже помним, это Давид Деревцов, колода Killer B, и поедет она также в красавицу Одессу, город Украина. Ну что же, вот они наши победители, уважаемые друзья, уважаемые победители, пишите мне в личку. Пишите ваши адреса, и в течение следующего месяца эти колоды я разошлю победителям. А для тех, кто не победил, хочу сказать, ребята, не отчаивайтесь. Наши конкурсы теперь будут проводиться на постоянной основе, вот такие вот конкурсы репостов, потому что мне понравилась активность. То есть видно, что людям это более интересно. Значит, далее мы будем проводить конкурсы также по 2 комментатора и по 2 победителя вот по репостам. Следующий большой розыгрыш колод мы, наверное, с вами устроим в начале следующего года, потому что там будет 5 лет каналу, и что-нибудь подобненькое мы с вами организуем. Ну что же, еще раз поздравляю всех от души. На связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк, и до следующих встреч на нашем судне. Пока!